спасение утопающих – дело рук спасателей. С повышением температуры за окном сотни ульяновцев устремляются поближе к водоемам. Многие забывают о простейших правилах безопасности на воде. К нештатным ситуациям готовы спасатели. Регулярно они проводят учения на воде, где отрабатывают свои знания и навыки. В этот раз мастер-класс по спасению утопающих прошел на реке Свияги. Роль тонущего сотрудника выполнила кукла-манекен, которую спасатели часто используют в тренировках. Целью является показать населению Ульяновской области, каким образом оказывается помощь непосредственно на воде и первая медицинская помощь на берегу при утоплении человека. МЧСникам помогают добровольцы студенческого корпуса спасателей. Отработали два способа доставки пострадавшего – с помощью лодки и вплавь с использованием спасательного круга. А потом продемонстрировали правила оказания первой медицинской помощи, а именно сердечно-легочную реанимацию. Точная дата старта купального сезона пока еще не назначена. Она будет зависеть от эпидобстановки в регионе. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.